Вышки рушатся, ведь так? Тихо, взрыв, что это? Там у них, по-моему, не жалеет мне каи. Это Вальди, это тигр, короче, с ЭГСом. Но я поставил веточку, где он был. Он проехал в лесу. Так, короче, отбой, я не могу второй пулемет нормально поставить. Туда что-то не тигр за. Короче, пофиг. У нас, короче, один М2 куда-то пропал. А вот. В смысле, он рядом стоит. Слепой. Уже по кому-то? Нет, я просто пытаюсь посмотреть, как летит пуля, но в итоге при даже с сошками прицел очень вверх сильно уносит. А ты держи, а ты держи кнопку, чтобы не улетал прицел. Выстрел, кнопку держать. Пуск. РПГ. По кому? Все, понял, спасибо. Так, вижу, тигр едет на взлетку или это БРДМ. Это тигр. Так, я сейчас перееду, он пуск у меня дает. РПГ? Пуск. А, тигр. Там тигр просто, я понял. Есть один вооруженный. Стреляй, уже один тигр заехал. Там два тигра. Да по мне, я ранен. Возле вышки железный враг. На меня едет тигр. Заехал. Нет, я живой. А, он тебя хотел раздавить, что ли? Да. Пусть попробует, у меня смав. Удачи ему, да. Там еще, кстати, один на горе уставился. Не попал. Сейчас, может, еще раз попаду в него, сейчас на меня разомнется. Снайпер, аккуратно. По мне АГС работает. Больно. Я не... Возможно. У меня 6 клаймеров. А, вижу, где он. Он прям в лесах. Сейчас поставлю меточку. К ящикам не подходите, я сейчас заминирую их. Отсутствие логики, по-моему. Так, ну я по этому тигру вонючему не попал, но я живой пока. Сейчас залезу на высотку, чтоб меня раздавить этот тигр. Там, где маленькие... деревья там. Может, лучше выйти. Тигр опять едет. С пулеметом, который или с чем он там с М200-320. Да, он на гору заезжает. Да, он за камнями уже. Сейчас я его попробую со смалом пах. В лесок заехал. Едет дальше. А клаймеры, они просто ставятся и ничего не надо. Ну, у тебя детонатор есть к ним? По моей вышке кто-то стреляет, не знаю. Да я тебе точку поставил, ты не видишь? Красненькая точечка. Нет. А, ну я, мне даже все прицел не дотягивается. Сейчас. Вот. Он накидывает сейчас, он с горы стрелял. Сейчас накидывает по вам, да, он сейчас с горы накидывает по вам. Мы его с хатабом тут видим, мы на железке тут с хатабом, он сейчас едет в зону, по-моему. Если сейчас ей поставить, то что пахнет, что это мало. Там еще один по взлетке, кстати, едет к вам. Они вдвоем рашат, нам больные. Сейчас влетать к вам будет, влетает к вам, тигр. Вооруженный. А там подальше дойти шпеть не застыл сейчас. Вот те, кто там на вышке сверху. Я знаю, мне больно. Погашка. У нас минус один. Что это? Как оно?
Есть ранен сильно. Один, где РЛС на горе. Меня кто-то подстрелил прям рядом. Что-то не понял. Вот это кто работает? Я работаю. Понял. По тигру. Это в нас кто-то врезался. Юки, если тебя убьют, я не виноват. В ангар заехал тигр. Паша, я своим телом кочегана машину прикрыл, а ты меня убил. Зачем так? Ты как говорю кочегана, прикрывай тебя своим телом, никогда тебе не убил. Ну так и не возможно. Видишь, как я. Сейчас Юки на этот, на М2 встанет, да, с моим пощам. Ой. Ой, кочегар, что случилось? Чёрт, карабина, да? Идиот. Есть, вот иди, дай ёлку себе. Ты зачем пытался меня вздавить? Надо было хоть минус из неё, как будто Паша поставил. Он вначале пытался меня, на квадроцикле подъезжаю просто в камень. У меня лагает, и эта чигня на меня едет. Я давай в камни отползай. Как в фильмах, блин. Там сметаны жмут. Да, вот. Рэгдолл и техника, очень жестоко в этом плане. Сдон на колесах там встал. Ой, там сметане прилетает, хапа больно. А кто там лутал свой ящик? Паша не лутался. Не, это бот был, это бот. Он прятался за ним. Я спрятался, да, я все поставил как укрытие. А Паша, что не стрелял? По кому? По кочегару. А я как пробью его, что ли? Ну, стекло пробивается. Просто для вида, Паш. Два магазина пробьет. Надо было, пока он стоит, у тебя шугас был. Надо было на нем бомбу повесить, таймер врубить, и он бы катался. У меня с этот Клаймер, на нем ничего не сделать. Его так установить и все. Я вокруг себя установить, потому что колеса снялись бы. Блин, я сдох там у Хаттаба вообще. Целился в эти машины вонючие. Хаттаб снайперит, что ли? Не знаю, кстати, посмотри, что я с этим сделал, Паш. Что я с квадроциклом сделал возле Хаттаба, короче. Он это. Блять, кто мне кос? Хаттаб стреляет по зонику. А, это не по зонику, это пул еще снял. Хаттаб. И сам сознание потерял, что с ним случилось? Блэк Сплэш. Да где он бежит? Он в зеленой вышке напротив вас. Я очнулся. Кто катается уже? Это квадроцикл. Это не квадроцикл, который я заклимбил. Ну они такие, да. Опа, АВЛ. О, слышишь, АВ, братан. А тут можно? Энд. Энд. Ты меня убил.
осознанки. Писал один. End. Клавиша end. А, все хорошо. Поездоники гранаты под тебя кидают. Че из гранаты кидают? На ползу. Юки очнулся, кстати. Юки, там сейчас пары. Там, блин, махачи. Ой, как это? Сметана, по-моему, да? Алтай, как так? Это сметана застрелилась. Нет. У меня это всегда включено, это не сметана была. Это не сметана, это, по-моему, Зоник его прибил. По своим. Бей слышь, чтоб чужие боялись. Сначала себя гранатами пытался подорвать, не получилось. А, вон еще и Детус приперся наконец. Всю полосой бежал. Это еще и наш был, что ли, блин? А че у меня стреляло с пистолетом? Не, это не наш, это противник. А где ваш смаф, кстати? А? Смаф? Смаф. Смаф у Хатаба вон на моем. Он с моего трупа поднял. Говорю, кто-то есть, но по кому-то стреляет. Ты видал, когда он сальто сделал? Да ты по мне, наверное, я ездил. Да. Ну там получается вот гора, которая возле вот. Я, по-моему, согласен все время пытался пострелять. Белой полусферы, короче, вот гора, вот я там кинул смаф, он перелетел за тебя, сзади тебя стрельнул. Упал там снаряд. Вот парень. Ящичек притащил, теперь полечиться спокойно можно. Да. И машина стоит вообще, укрепление. Да. Майнкрафтом. Блять, Алекса убили. Тем временем 3-3-1. А Зоник полез выкуривать сметану. Да. Я думал, сейчас они проиграют. Я думал, в биотуалет залез вообще. Сейчас спрячется там. Какая-то жесткая непонятка. Кто-то сказал, Саня. На вы... А. Что ты меня не прикрылся, когда этот? Ты ж ведь. Саня, ты в порядке, ты в порядке. Ты даже говорил, что я в порядке, заходит. Саня! Ты что там делал? Ну в этот, в ангар. А, так я ГП, что я далеко был. Так надо было подъехать и задавить его, как я прошу. О, сметана сейчас. А там колес не было. А я думал, слышал, Спитер, что вы на вертолете прилетите. Думаю, ой, сейчас будем сделать. А за никого слышу, да? У нас кто-то полетел, кстати, по-моему, да. Но не разговаривает, по-моему, Дутус полетел и прилетел. А, кто еще может, блин, полететь? Я не знаю, кто там сказал, кто-то на вышке, я такой, ну ладно, не трогал вообще все вышки. Доник уже лёг, так с пулемётом. Стрелял. А он увидел, он сейчас увидел. У сметана скилл на это дело. Какая-то непонятка вообще. Не зря на дезичи играл. Ну а с Доник, читай гранату. Гранату кинь просто. Ооо, а нет. А нет. Саня, беги, я с Доник. Саня, ты в порядке. Ты в порядке, Саня! Вот это было вообще жесть. Саня, зачем ты гранату кинул себе? Я кидаю гранату и вижу, она передо мной падает. Я такой, надо было обратно бежать. Так это сметана и граната тебя убила. Это конец. Нет, это моя граната была. Нет, сметана кинул. Это моя была граната. Это его от пупа. Это его. Да? Да, я видел. Она так... А у меня щас... О, Дедус подходит. Дедус прибежал наконец. Моя РГДшка прямо перед моим лицом. Да, я прям и ушел. Здорово. Его еще и Казбат снял, нормально. Спидер, зачем ты удаешь такие убогие прицелы? Там есть другой прицел. Какой ты хочешь? Я сам устраиваю, короче, эту зероинг, его не выставляется. Он как бы пишется, что выставляется, но он не действует. Так, а с Донику -2 дал, сильно орет. Еще и с водителем застрелили, с сборщиком. Кто? Да. Казбат. Надо писать скрипт, чтобы всегда механика выпадала. А, ты знал, на прошлой миссии Казбат тоже своих убил, нормально. Чё, слишком громкий Аздоник. Аздоник, не чё, это, не знаю, что с этим непрофессионально. Ну, в смысле непрофессионально? Нубы. А чё ты пошёл туда? Зачем так гранаты кидать, да? Я, блин, думал, она нормально пылится, она ударилась, она была ящик Аздоник. За это. Решил взять, я помню. Шрик от самых. Так, Аздоник, ты уже не знаю. Алло, это чувак прострелил ящики, что мне надо было делать? Кочегар, ты чё, ну нас? Чего? Ладно. Помято. Казба, зачем ты тогда миссию подряд своих убиваешь? Я заснял, кстати, эту миссию, это, заснял.